До студії нового дня завітала Ізаура Дріма, член Миколаївського обласного товариства ромів Романі Бахт. Вітаю! Добрий день! Вже зовсім скоро, цими вихідними, весь світ буде святкувати День ромів. І хотілося б привітати вас дещо завчасно, але побажати всього найкращого і запитати, які плани є на святкування цього дня. У нас, если честно, давайте, наверное, начну с представления самой себя. Меня зовут Изаура Дрима. Я участница цыганского ансамбля «Бахтале», представитель цыганской организации «Романи Бахт» и студентка Национального педагогического университета Сухомлинского. Все встигает, да. Изаура. И вот буквально 8 апреля, ну, получается, Международный день цыган, но 9-го мы будем отмечать грандиозным праздником, концертом по поводу День цыган. Mm-hmm. Но это концерт. Недавно, буквально пару дней назад, я ездила в Киев на форум, который проводился для цыганской молодежи, цыганской прогрессивной молодежи, те, которые обучаются в высших учебных учреждениях, и есть лидерами, какими-то активистами цыганского, как вам объяснить, продвижения. Угу. Те, которые действительно хотят изменений, поломать все старые стереотипы, которые возродились еще прежде, и построить что-то новое, выпустить в элиту, в свет квалифицированных специалистов, и достичь каких-то новых целей. Форум отбылся вообще на грандиозном уровне, мне безумно понравилось, я оттуда вошла с моря впечатлениями и эмоций, получила для себя очень глубочайшие знания, которые я уверена, что я их использую в дальнейшем. И сможешь поделиться со своими друзьями, которые также за прогрессивную молодь. Да, там было очень много цыганской молодежи, которые обучаются, было нам о чем поговорить. С нами работали очень такие классные, прогрессивные спикеры. Были, конечно, лидеры своего мнения и своего таланта. Были очень образованные, квалифицированные специалисты из Украины и из-за рубежья. Як ми бачимо, що на цьому форумі, взагалі цей форум свідчить про те, що циганська молодь дійсно йде, ну, з прогресом і дійсно хоче поламати усі стереотипи, які стосуються вашого народу. Зараз хотілося б запитати ось особисто у тебе, який стереотип ти хочеш поламати і що хочеш змінити у своєму житті, чого добитися? Я би хотіла в першу чергу для себе достичь всех тех целей, которые я запланировала себе еще, наверное, не знаю, с малых лет. Я всегда стремилась к образованию, хотела получить чего-то нового и не жить так, как жили прежние все, да, ромы. И я, когда была по окончании этого форума, я поняла, что я не одна такая, нас действительно очень много. Мы все учимся, и все действительно образованные ребята, все такие талантливые, целеустремленные. В их глазах видишь очень глубокий смысл, смотришь, и прям эмоции зашкаливают. А ось від Миколаївського товариства ромів, ти була єдиною учасницею, яка завітала до Київського форуму? Да. А з яких міст ще приїжджали? З усієї України чи, можливо? Абсолютно со всей Украины, со всего вообще, со всех куточков мира. А ось на що були направлені тренінги? Хотілося б в тебе запитати, чому ти навчилася, що точно винесла для себе? Тренінги були, нас розподілили як по категоріям, тобто в трьох категоріях. Перша категорія – це було знання, друга – це було лідерство, а третя – це було творчество. Тобто кожен з нас мав таку можливість получить для себя вот как в виде тренингов, это не то, что там лекции, начитка, там, а именно тренинги. Почему нас распределили, мне так кажется, чтобы мы имели возможность каждый поделиться своими впечатлениями и действительно чему-то научиться. Потом, конечно, после окончания этого тренинга нас сразу же собирали на лекцию общую, и потом после этого у нас была дискуссия, лекции. А не было такой думки, что хочу и до красивых, и до разумных? Если честно, было. У нас уже была такая возможность, то есть ты сидишь немножечко, например, на теории, и можно было тихонечко встать, пойти на творчество, пойти на лидерство. Нам, мы, во-первых,
Это, знаете, такое, вот они объединили, которое нельзя вот выбрать чего-то одно, и там, и всего хочется. Сьогодні це принесла навіть свідчення того, що молодь, циганська молодь дійсно прогресивна, книжки, які показують, що працює молодь, видає книжки, видає продукцію. Хотілося б дізнатися від тебе детальніше. Да, я би хотіла показати. Це нам на форумі видали такі от спеціальні, не знаю, от всякі аксесуари, можна їх так назвати, які об'єднали всю циганську молодь. Тобто всіх у нас вони були і браслети, і сумочки, символи нашого флага там і все таке прочее. Я бы хотела бы вот рассказать про вот эту вот книгу. Эту книгу издала тоже женщина цыганской национальности. Там очень много верши, песни, слова с переводами сразу. Очень такая, знаете, глубокая книга, которая действительно, мы ее когда увидели, я имела возможность познакомиться с этой женщиной прям в лицо. Да, она там была, она подписала даже мне автограф, но я бы хотела бы рассказать вот про вот эту вот книгу. Эту книгу издал ромский мальчик, ему всего лишь 17 лет. Это не первая его книга, это уже вторая книга. Этому мальчику, он за свои 17 лет, он с самого детства, он стремился, он писал. Не знаю, откуда у него эти таланты были. Вот он все, что он прям излагал, не знаю, на бумаге, он видел как свое родное что-то. И этот мальчик тоже был на этом форуме. Мы когда увидели вот эту вот книгу, он потом еще сказал, что еще в издании его следующее, мы были просто в шоке. Написать фантазию, да, фантастические у него разные такие вот истории, которые он излагает на бумаге. Дійсно, сьогодні, напередодні святкування Дня Ромів, доказала ти, що прогресивна циганська молодь, ламаємо стереотипи, показуємо, що і розумні, і лідери, і творчі, все це може поєднатися в одній людині. Хотілося б від тебе слова привітання до твоїх друзів, твоїх рідних, до всього циганського народу. Я желаю в першу чергу всього самого хорошого. Чтобы исполнились все ваши мечты, надежды, желания. И, знаете, идти к своей мечте, несмотря ни на какие преграды и препятствия, добиваться всего того, чего хотите, а самое главное – желание. Было бы желание, можно воплотить все, что угодно в реальность. Приєднуємось до твоїх побажань і привітань. Нагадую нашим телеглядачам, що до студії Нового дня завітала Ізаура Дріма, член Миколаївського обласного товариства ромів Романі Бахт. Дякую тобі велике, ще раз привітання від усієї нашої творчої команди.